Я бы потратила 1 000 000 рублей на путешествие. На игрушки и на плавание. На сохранение природы и чтобы люди, ну, там, сохраняли леса, меньше их рубили, и там на приюты для животных. На 100 000 000 хомяков. Я бы потратил на 1 000 000 хомяков тоже. Если бы у меня была волшебная палочка, я бы загадала желание, чтобы все мои желания исполнялись. Я бы загадала, чтобы у меня были компьютеры. Себе магазин загадала. Чтобы люди берегли природу. Чтоб для хомяков был корм и поилку. Я бы хотела обладать суперсилой или льдом. Ну, всеми, но больше всего снегом. Я бы заморозила злого человека, что он отбирает людей все, что у них есть. Я бы его посадила в клетку. Я бы хотела обладать паутиной. Бандитов садил в клетку. Я, в принципе, не увлекаюсь супергероями, поэтому я даже не знаю, какие суперсилы бывают. Я не знаю, что ответить, если честно.